Появилась новость о том, что Кадыров опубликовал видео со своими сыновьями, ведущими боевые действия якобы и из Украины. И примечательно то, что в Российской Федерации ранее ратифицировала Конвенцию ООН по правам ребенка, и согласно документу детям младше 15 лет запрещается участвовать в боевых действиях, а их вовлечение в вооруженные конфликты считается военным преступлением, но, как видим, как бы только не для Рамзана Кадырова. О чем это вообще может говорить и почему он так публично выставляет подростков, вообще маленьких детей, 14 лет, ну это же вообще, ну как бы ребенок, показывает, что они участвуют в военных действиях. Это вот что, для чего это все? Это очередной ТикТок Кадырова. Ну, я полностью даже уверен, что эти ролики снимаются где-то далеко от фронта, я уверен, на 100%. Мне рассказывали про этот ролик, где там вырыли окоп и стреляют из гранатомета. Это одно, ладно, про ролики. Но, как вы сказали, это даже и противозаконно, по закону Российской Федерации. И этими действиями марионетка Путина хочет показать, что вот там его сыновья участвуют там в боевых действиях, они в Украине, и вот как бы оправдывается перед населением нашей республики, ведь он их отправляет туда, в Украину, чеченскую молодежь, и там действительно большие жертвы, много чеченцев убито в этой войне, который послал Кадыров туда. И я хочу просто добавить, что народ это не простит ему. Придет один день, когда народ спросит за всех убитых, за тех притесненных, вот, запытанных Кадыровым. Спасибо большое. Анзор Масхадов, сын экс-президента Республики Ичкерия Аслан Масхадова, был с нами на прямой связи.